угадайте, куда мы заехали сегодня? Ну, по пути решили посмотреть, как обстановка в морском сквере. Много ли тут снега и гуляющих? Несмотря на выходной день, сегодня людей очень мало. И поэтому мест для парковки тоже много. А здесь море, которое только начинает замерзать. И вот смотрите, как оно красиво дышит. Напоминаю, сегодня 1 декабря. Первый день так называемой календарной зимы, но здесь эта зима уже целый месяц. Снег выпал неделю назад, укрыв весь Магадан и Совки окончательно снегом. И море, наступили такие морозы, что море вот стремительно замерзает. Не знаю, сколько еще он будет, оно дней вот так болтаться с кусками льда туда-сюда. Но в конце концов, если будут морозы, здесь все покроется льдом. И мы будем наблюдать рыбаков, которые вот здесь вот шарятся и пешком, и на машинах. А помните, летом здесь была куча рыбаков с удочками. Рыбачили на камнях, которые сейчас, обратите внимание, они обледенелые. Вау! Я, кстати, впервые вижу так близко вот такие круглые ледяные камни у берега моря. Ну, просто вот не довелось вот так бывать и смотреть. Ой, так, давайте среднее приближу. Лед какой красивый. Давайте покажу, вот как он дышит. То есть море дышит. Вот здесь вот булькает. Ой, какая красота. Подойти ближе не могу, потому что здесь снег, и боюсь скатиться просто вниз. Сейчас обеденное время, солнышко в это время вот с этой стороны бухты. Там каменный венец, под ним где-то пароход стоит. Вот, если поближе, не знаю, четкость плохая. Резко так навела, да? Видно пароход. Выход из бухты. Морской порт торговый. И вот там мы рыбачили по берегу летом не один раз. Сейчас народу нету, потому что зимой не та рыбалка. Еще сейчас такое время не рыбачье. Я не знаю, где сейчас рыбаки наши скрываются. Честно, не знаю. Ой, как оно зашумело, Красиво, да? Дышит. На солнышке, кстати, стоят тепло. Рукам нормально. Так, а вот с этой стороны я хотела показать, видите, вот те в предыдущем видео, смотрите, трубы, которые вбивают в землю, укрепляя вот этот берег. Вот, каким они рядом идут. Я надеюсь, что это будет до этой зоны, чтобы не обваливался вот этот берег и дорогу сделают. Ух, без рукавичек замерзают пальчики. Так, ну все, показала вам, как сейчас в морском сквере. Кстати, я думала, что температура минус 14. Нет, температура минус 18. 16-18. Холодновато, поэтому пальцам холодно и камере тоже. Я на этом с вами прощаюсь. Такое маленькое видео. Но зато об этом красивом месте и еще не замерзшем море. Все, пока, до скорых встреч. С вами была Анжелина из Магадана. Пока-пока-пока.